И способов достижения бессмертия, вот, смотря, ну, изучая литературу, особенно XIX века, я насчитал 36 способов описания вот именно достижения бессмертия. Но вот это не единение, я считаю, это самое такое, ну, находка, в принципе, и ее Нееда, в общем-то, доказывает, что именно через неедение можно достичь и сверхспособностей, и абсолютно долгой жизни. Вот. Ну, там, конечно, много других социальных проблем возникает, но тем не менее, неедение доказывает, что, в общем-то, бессмертие, оно реально, оно было, и мы к нему должны возвратиться.